звонок поступил от диспетчера, и сразу поступила информация, что там, возможно, трое детей. Мать находится в больнице, лежит, за ними присматривает отец. Отец закрыл их, чтобы якобы либо они никуда не разбежались, либо и к ним никто не пришел. Там ушел куда-то там по гостям или по друзьям, не знаю. То есть они как бы были закрыты. Вот девочка одела их, старшая получается, и они вышли на веранду. И там вот ждали на веранде. И эта же девочка, 10-летняя, сотового телефона, дозвонилась до матери и рассказала, что там у них в спальне горит. И мать уже сообщила в пожарную охрану. Отец в момент возникновения пожара где-то был у соседей, видимо, употреблял спиртное, потому что при общении от него разило спиртным. То есть, получается, он оставил детей без присмотра, закрыл их и ушел.